Это как чертовски сосет, это чертовски сосет. Чертовски сосет. Блин! А, я только что убил утку и сказал, черт! Это как рвать на кучу дерьма. Я потратил все свое время на это дерьмо. Но начали думать, это разрушило мою жизнь. Черт возьми эту игру. Это к черту. Это заболевание. Это к проклятию человечества. Ибикаэй, ублюдок. Magbox Odyssey был выпущен в 1972 году, что сделало его первой в мире домашней игровой консолью. Но вот когда дело доходит до возвращения в прошлое, вы не можете вернуться много дальше, чем это. Смотрите, это выглядит как космический корабль. Для чего нужен верх? Контроллеры даже не знакомы. Вы получаете кнопку сброса и две ручки по бокам. Одну для перемещения по вертикали, одну для перемещения по горизонтали, а затем еще одну для выполнения бог знает что. Но скажи мне, как ты должен держать эти вещи, если вы просто кладете их на стол? Провода громоздкие и совсем не гибкие. Они тоже короткие. Если вы сидите на диване, провода не доходят. Тем не менее, провод, который соединяет консоль с телевизором, длинный как дерьмо. Хорошо, я пока я буду играть с ним на коленях или на полу. Хорошо, теперь мы готовы сыграть в Одиссею. О, конечно, я забыл одну вещь. Нам нужна игра. Это игры довольно сложные, верно? Название является лучшей частью. Например, из каких игр ты вырос? Может быть, Wrecking You на NES, или Art of Banner на Sega Master System, или... Как еще игра номер один на Одиссея? Там нет кнопки питания, когда вы вводите игру, консоль запускается. Думаю, довольно эффективно, но в половине случаев это не работает. Должен продолжать, пока не появится картина. Вы за это что получаете? Просто точка или тире, как бы там это ни называл. Единственное, что нам сейчас нужно, это кто-то, с кем можно играть. Действительно, для игры двух игроков, поэтому у меня действительно нет большего выбора. Хорошо, выходи. Это тормозная какашка. Я клонировал его собственного дерьма. Хорошо, всезнайка, ты готов сыграть Одиссею? Вы ставите свою задницу. Хорошо, вот иди. Вот ты здесь. Там вы... Давай играть в прятки, хорошо, я не буду смотреть, хорошо, спрячься где-нибудь. Вы кто? Хорошо. Хорошо, ты здесь? Ой, я близко! Что вы делаете? А, я понимаю, это как дерьмо, давай, дай мне попробовать. Давай оба сделаем две поделки со мной, потому что дерьмо становится все тоньше, когда оно уходит. А, это оборвалось. Давай сделаем эскимо. Да, уж это эскимо. Ты меня ненавидишь. Давай пройдемся по всему. Человек, люди в 1970 году должно быть слишком сошли с ума. Вы действительно должны использовать свое воображение, потому что у Одиссея нет звука. Когда вы думаете об этом, у него тоже нет графики. Да, смотрите все это идет с системой. У вас есть фишки, карты, кости, табло и самое главное, оверлей. Это замена графики. Его и двух разных размеров, от зависимости от кого, какой у вас экран. Сами игры, это одно и то же, всего две точки на экране. Но они все запрограммированы намного по-другому. Руководство по эксплуатации абсолютно необходимо. Потому что без него вы не знали правильную комбинацию, какую игру и какую накладку. Давайте попробуем немного тенниса. Вы просто покажете это высокий носы на экране и все готово. Разве это не интересно? Да, ты просто должен сделать все собственные звуковые эффекты. Вы тоже можете обманывать. Если вы повернете эту маленькую ручку, здесь вы можете направлять мяч. Это не справедливо, не так ли? Мы сейчас играем грязно, ублюдок. Ты на теннис мяч облетит кого-нибудь. Это суперреалистично, потому что вы можете двигаться куда хотите. Таким образом, игроки должны соблюдать свои правила и свой счет. Это чертовски бесплатно для всех. Все, что вы делаете, это перемещаете свет по склонам. Единственная цель – остаться в очереди и посмотреть, как быстро вы сможете добраться до конца. Другой игрок должен держать время. Теперь это то, что вы называете отчаянной попыткой видеоигры. Теперь у нас есть Саймон Говорит. Вы просто делаете то, что говорит карта, и смотрите, кто туда доберется первым. Саймон Говорит, подойди к уху питомца. Смотри, это язык собаки. О, смотри, у него есть ядерный промах, ядерный промах. Пришло время для футбола. И все, что я могу сказать об этом, это то, что... Это первая футбольная игра для домашней игровой консоли. Это чертовски ужасно! Там есть доска, футбольный маркер, есть страницы с инструкциями, чтобы объяснить все это. Вы должны делать все виды математики, вычислять ветер, дерьмо. Так что это? Хоккей, это все, вы просто пытаетесь сбить шайбу в ворота соперника. Если вы пытаетесь нажимать кнопку сброса, вы можете изменить направление. Что идет в этой игре? Вы держите подальше в сети. Держите подальше, фу, сволочь! Это называется аналогик. Это очень весело, это похоже на логику твоей задницы. Это должно происходить в космосе. Вы каждый начинаете на своей собственной планете. Я думаю, может быть, Уран и Янус.
Идея состоит в том, чтобы добраться до планеты другого игрока, следуя схеме чисел. Вы выясняете закономерности, добавляя номера последнего хода в игрока в кое-что чертово математические уравнения. Это может звучать как будто снайдер это времени, но это просто что это так. Кот и мышь. В этой игре один игрок кот, а другой мышь. Кошка пытается поймать мышь, а мышь пытается добраться до дыры. Предполагается, что синие квадраты это мебель, так что вам придется обойтись. Но ничто не мешает вам пройти, так что единственное, оба игрока будут обманывать. Кроме того, почему мебель не может выглядеть как мебель, а дыра похожа на дыру? Из-за того, что они представляют собой визуальное представление того, как они могли бы выглядеть, если бы в этой игре была графика. А что наложение? Нарисуй чертову мебель! Далее Haunted House, первая игра ужасов. Ты детектив, собираешься разгадывать улики. Второй игрок тянет карты, говорящие вам, какую подсказку посмотреть. Так что второй игрок прячется как призрак. А вот это и... Независимо от того, сколько раз я прочитал инструкцию, я просто не понимаю. Сабмарин. Второй игрок должен следовать по извилистой линии и уклоняться от торпед, выпущенной первым игроком. Но торпеда иногда не движется в том направлении, в котором должна. Даже если игрок должен двигаться, я даже не могу сказать. Просто ты знаешь... Да уж. Состояние. Ладно. Это всего лишь игра с именем государства. Вы рисуете карту, перемещаете курсор на состояние. Но как насчет маленьких государств? Как вы должны указывать на них? Думаю, вы могли бы просто указать пальцем. Но обязательно должна быть видеоигра. Мне также нравится, что инструкции говорят вам Аляска и Гавайи на самом деле не там. Эй, ботаник Тёрт, ты знаешь, что Гавайи на самом деле не к югу, а Техаса? Последняя игра, рулетка. Для того, чтобы получать доску для рулетки, вы получаете фишки и играете в рулетку. Колесо — это накладка. Это что, кто ходит колесо, просто закрывает глаза, перемещает грузовую посуду и когда вы просто смотрите, куда он приземлится. Если он ходит с колеса, это часто случается, вы выравниваете его до ближайшего номера. На большую часть времени он встречается с экрана, поэтому вы никогда не знаете, где он приземлился. Если хотите играть в рулетку, не укладывайте деньги в казино. Тогда возьмите себе рулетку и руль. Колесо и мяч — это все, что вам нужно. Не лист пластика, следящий за квадратом на экране телевизора. В заключение, это просто... Да, ты это сказал. Примитив, это даже не слово, это едва конфиксируется, как видеоигра. Мастер Шейк сказал бы, это как если бы я хотел сыграть сетлист, я бы нарисовал его на флипчарке и оживил. Он мог бы также играть с камнями. Но, честно говоря, Одиссея соответствовало своему названию. Одиссея — это долгое и насыщенное путешествие. Действительно, я первый игрок приставки был катаясь на лыжах, играли в теннис, ездили по всему миру, ходили в казино. Оставались в космос, на подводной лодке, кошек и мышей в дом с привидениями. Но есть одна вещь, которая делает его это задирой, правите это? Это пушка Одиссея. Давайте поговорим об орудии. Вы знакомы с винином Запер, верно? Изначально он был серым, но позже они изменили его на оранжевый. Это совершенно очевидно, что производители видео игрушек стали более чувствительными. Они не хотели давать детям, что это похоже на пистолет. Помните Мегатрон? Он превратился в пистолет. Но позже они дали этот оранжевый свет в конце. Но потом он даже не превратился в пистолет вообще. Так, теперь давайте посмотрим, как выглядит Одиссея. Ну, Одиссея не сали в компот. Я имею в виду, что то, что вы называете пистолетом. Я имею в виду, это пистолет, это не пистолет, это чертова винтовка. Я имею в виду, они никогда не могли сойти с рук в наше время. Вы никогда не могли бы, никогда. Я просто поражаюсь, что можете сойти игре консоль с таким пистолетом. Давайте попробуем это. Пипец твоему телеку.